школе номер 30 в Химках состоялось совещание директоров образовательных учреждений. Это традиционное мероприятие, на котором коллеги-педагоги делятся опытом и обсуждают актуальные вопросы образования. Мы в первую очередь проанализировали работу за прошедший учебный год, наметили планы на будущий учебный год, безусловно, проанализировали все задачи, которые были нам поставлены, наметили новые планы на будущее и идем теперь вперед. В мероприятии также принял участие муниципальный депутат Евгений Иноземцев. Начальник управления образования Ирина Болгова вручила педагогам почетные грамоты и поздравила коллег. Награжденных отметили за большой вклад в развитие образовательного пространства города, организацию воспитательной работы, реализацию социально значимых инициатив. Особый момент награждения – вручение благодарственного письма директору школы-лидер Юлии Болотовой. Благодарственное письмо вручается Болотовой Юлии Сергеевне за реализацию социально значимых проектов и программ в сфере образования, дополнительного образования детей, ну и за организацию такой замечательной встречи, потому что именно ее сотрудники смогли сформулировать абсолютно всех. Спасибо вам и вашей команде. Сегодня мы получили несколько грамот, одна из них за реализацию социально значимых проектов, и, безусловно, это заслуга моего замечательного коллектива. Все сотрудники без исключения трудились целый год, и вот он наш результат. Нам есть к чему стремиться, мы будем продолжать развиваться, покорять новые горизонты и новые вершины. Школа-лидер в этом году стала победителем 7-го открытого публичного всероссийского смотра образовательных организаций. Он проходил с 11 февраля до 15 июня. Школу-лидер открыли всего 2 года назад, но она уже является флагманской. На нее равняются многие учебные учреждения Подмосковья. Елена Тараненко, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.